Они всю рыбу изведут теперь. Попали на соревнования рыбаков, называется, в Ялте. Сами не ловим, только смотрим, да? Городская набережная возле Арго. Хотел вечером сегодня сходить, и получается, что нечего тут делать больше будет. Хана всей рыбе. У них, видишь, номера уже все распределили. Что, старт уже пошел? Посидим немножко. Ну, слезай туда, а там лужи. Я говорил, я посидим немножко. Где там, выбери место по суше. А то там лужи там везде. Ялта, 16 мая, 19.30, начались соревнования, вернее, продолжились сейчас второй тур. Первый был с 16.30 до 18.00. Тут, как назло, погода совершенно испортилась. Еще и дождь полил, практически прямо после слова «старт» был дан старт и дождю. А теперь людям еще гораздо сложнее ловить. Шоу. Вот первая рыба. Окунь Самарида. Выкидываю, да? Да, что-то да? Да. Она очень маленькая, оранжевая приманка. Половина секторов пустые остались, непонятно почему. Уткам все равно, дождь, не дождь. Все чудо мира. Как говорится. Потом крест Украины обратно. Нет, это хуета, не чудо. Я говорю, все чудо мира. Нет, это не чудо мира, это хуета. Я тебя сейчас молю,
И все, пока, тишина. Ребята оснащены довольно неплохо. Почти все с японскими сумками для морской рыбалки, для арийной ловли. С стойками под удилище, с креплениями под коробки. Смотри, да, очередная. Поклевывает. Но только вон у двоих из почти, сколько там, около 70 человек. Да, похоже, не зря, что я купил. Вот еще один, смотри. Это место называется под Арго. Ресторан «Апельсин» почему-то, а в виде корабля Арго. Как бы, Аргонавтов. Опа, есть. Вовремя успел. Смотри, это тоже. Дождь не мешает, если рыба клюет. Не знаю, слышно меня или нет. Здесь.